японский пресс сделать, который бумаги пишет. Все, сейчас мимо Александра Борисовича синий летел. Готовлюсь письма отправлять ваши. Так. Сегодня опять снегопад, опять достаточно мрачно, волонтеров все немного. Приехала, все убрали, от снега расчищаемся. Овощи, фрукты все перебрали. Сейчас мы по центру пронесемся. Да, классно. Ой, так ты встречаешь. Ладно, полетели. Носик там в домике сидит. Так, полетели. Вон нас девочки-волонтеры тут принесли на неделю уборки. Здесь опилки, здесь ягель слева-справа, чтобы удобнее было. Толстяки. Так. Птичий двор. Вон Маша Даша с мячиком. Да, Даша, скажи. Вон Даша тут в футбол играет. Да, Дашка? Даша весело. Сейчас ребята тут с электричеством разбираются. В домиках у копытных. Обогреватели тоже планируют. Вот сейчас вот уже, спасибо всем друзьям центра, у нас уже даже на один обогреватель больше, не 6, а 7 всего привезли. Термодатчики нам подарили. Так что же можем устанавливать обогреватели во все домики. Вот уже в дальнем лосятнике начали обогреватели ребята устанавливать. От нас там Леша с Колей. А тут Люменькин. Да. Привет. Привет. Что, видела за камерой? Вон где? Нет, не видела. А сейчас это на? На правом домике. Да, на осиках. Вон, на правой стороне. Ах. Две беленькие. Вон уже одна стоит. Так, Потап покушать вышел. Ну, что, все в камерах будем теперь. Ребята молодцы, уже камеру установили. Вон Потапа вышел. Потапа покушать вышел, а так целый день в берлоге. Он даже лапами на снег не выходит. Ну, скажи, Потапа, неприятный. Он снег мокрый, холодный. Тонечка только вчера выходила, когда еловые ветки привезли. Он тут в углу их погрызла, полежала. Сегодня целый день нету, в домике сидит. Так что волосятники, обогреватели вот ребята уже скоро установят. Мини-хорсы пока закрыты отдельно. Они свою морковку едят. Олени свой комбикорм покушали. Да, Генза? Да. Все в снегу, полетели дальше. Кто там? Спрашивали, как Сеня слушает, поживает. Сеня слушает, вот вышли. Тоже снег, конечно, не очень Сеня слушает, любят. Да, Лушенька? Да, вон Сеня слушает. Луш. Ну что, вот Сеня слушай. Так, полетели дальше. Снег все сильнее и сильнее, все мрачнее и мрачнее. И еще на грядущей неделе у нас в четверг обещают в Ленинградской области снегопад. Так что сейчас усиленно чистимся. А сейчас я их перепрыгну. Смотри, строители стоят. Желающие установить камеру. Работать не мешаю. Я не, работать даже не мешаю. Я промелькну с камеры и все.
А я видео пишу, да? Да, да, да. Удачно. Да. Яблочек привет. Спасибо. Так, проездом сегодня. Ну давай сейчас. А вот и Даша на меня едет. Убираем, убираем. Денису привет. Привет. Здесь Наташа опять для мастера строится, строит. А я теперь с камерой еще. И опять на Родиону. И на этой хорошем окончании завершим.